В нашем районе живет много творческих и талантливых ребят, которые побеждают во всероссийских и международных конкурсах. Одна из них – Вероника Поспелова. Несмотря на проблемы со здоровьем, девушка профессионально занимается вокалом, участвует в литературных конкурсах, является волонтером, а еще мечтает стать журналистом. В копилке ее достижений – десятки грамот, кубков и дипломов. За достигнутые успехи в областях культуры, литературы, искусства, науки и техники Вероника номинирована на получение ежегодной именной премии губернатора Кубани для людей с ограниченными возможностями. Яркая, веселая, открытая всему новому, трудолюбивая и целеустремленная. Все это о Веронике Поспеловой, девушке, которая, несмотря на проблемы с позвоночником, находит в себе силы заниматься творчеством, участвовать в конкурсах, помогать другим людям, став волонтером. Ее стойкости и жизнелюбию могли бы поучиться многие взрослые. А все очень просто. Я стараюсь хвататься за все, что мне подается. Вот я больше творческий человек. Мне близка литература, чтение, стихотворение, вокал. К сожалению, танцами я не могу заниматься. Вот. Поэтому хватаюсь за все, что мне нравится. Главное – любить то, что ты делаешь. Вот. Любить и приносить людям добро – это самое главное. Таланты Вероники начали проявляться в раннем детстве. Уже в 4 года юная певица принимала участие в вокальных конкурсах, занимая призовые места. Сейчас вокалом Вероника занимается профессионально. Окончила детскую школу искусств имени Григория Пономаренко. В копилке ее достижений – победы в конкурсах районного, всероссийского и международного уровней. Кроме усердных занятий вокалом и успешного участия в песенных фестивалях-конкурсах, Вероника увлекается декоративно-прикладным и изобразительным искусством. Занимается в театральной студии, а также пробует себя в роли журналиста, став юнкором районной газеты «Заря Кубани». Несмотря на неизлечимую болезнь и сильные боли в спине, девушка с большим энтузиазмом продолжает деятельность корреспондента. И в нынешнем году по окончанию школы планирует поступать в высшее учебное заведение на факультет журналистики. Вероника из числа тех людей, которые способны изменить мир. Она ставит цели и идет к ним. И ни серьезная болезнь, ни возникающие трудности не остановят эту девушку, сильную духом и верой, что ничего невозможного нет. Нужно только очень постараться, и тогда все обязательно получится. Я считаю, не нужно опускать руки. Главное – идти к чему ты стремишься. А я стремлюсь стать деятельным человеком, который улучшит жизнь многих других людей. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».